Короче говоря, Степа апнул Стю на 1000 кубков. Это был очередной день. И очередной брол-ток. За все время существования БС было столько обновлений, что меня уже ничем не удивить. Вот что может быть в этот раз? Режим одиночного столкновения в 3 на 3 в брол-бол? Или режим готовки во время катки? Или режим опахала после катки? Или новая лего, или хромик, или две леги, или три хромика? Новый перс на пути славы? Ого, Суперселл как всегда удивляют! Сту! Разумный робот-испытатель, скорее Сту-агент СБУ! Хотя нет, просто робот-испытатель. Мне захотелось апнуть Стю на 1000 кубков. Я вспомнил, как я мучительно апал 40 000 кубков. Решил забросить эту идею. Забросить планшет. Слава богу, я не забросил здравый смысл. Потом я вспомнил, что пользовался услугами бустера. Но не мог вспомнить, кто это был. Абсолютно вылетело из головы. Не было ни единой зацепки, чтобы вспомнить. Я посмотрел на Степу, и меня осенило. Аня, ты где? Ани не было дома. Я подумал, что можно Степу попросить апнуть Стю. У него вроде как неплохой скилл. Сынок, апнешь 1000 кубков? Пожалуйста. Проси за это, что хочешь. Как хорошо, что у меня такой скромный сын. Пока эксплуатировал своего маленького сына, я решил посмотреть видосы на ютубе. Заметил, что последнее время на канале слишком много Стёпы. Почитал комментарии. Все хотят больше Стёпы. А что если в будущем он захочет вообще отобрать у меня канал? Всем привет, с вами Стёпа, и сегодня мы будем... А дай старичку один сундучок открыть. Пожалуйста. Так, папаша, вы на своих открытиях сундуков вот уже себе палец надорвали. Вот. Держите на лекарство и мне не мешайте, все. А сейчас, ребята, мы будем пушить самого крутого бравлера в мире, Мортиса, йоу, поехали! А? Мортис, самый крутой бравлер в мире? Фу, молодежь! Этого нельзя допустить! Подошел к Степе. Это же маленький мальчик, просто заберу планшет и все. Не получилось. Либо Степе очень сильно нравится Brawl Stars, либо мои походы в спортзал это пустая трата времени. Решил попробовать другую тактику. Включил мультики на телевизоре, чтобы отвлечь Стёпу. Он никак не реагировал. Зато я вместе с Дашей Следопыт прошел через лес, реку и пустыню. Возможно, я себе накрутил. Как Стёпа может у меня забрать канал? Что за бред? Подошел к Стёпе. Ужаснулся! Он записывал открытие сундуков! Вместе со Спайком! Двойное предательство. Такого я вообще не ожидал. Это нельзя оставлять просто так. Я позвонил самым профессиональным игрокам в БС, чтобы они за деньги слили кубки Стёпы. Осталось только ждать. Прошло пару часов. Кто-то пришел. Это был профи-игрок БС. Он сфотографировался со Стёпой. Отдал мне деньги и сказал, что для него была честь познакомиться с игроком такого уровня, как Стёпа. Да, так себе помощь. Я не хотел, чтобы дошло до этого, но я решил воспользоваться тайным оружием. Аня, Стёпа не отдает мне планшет. Аня не решила проблему, но помогла мне успокоиться. Стёпе осталось апнуть 7 кубков. Я решил, что единственный способ, как помешать Стёпе, это самому сразиться с ним в катке. Мы были настроены серьезно. Бой начался. Внезапно я начал тащить. Я мог победить, но все-таки решил поддаться. Стёпа победил и апнул 1000 кубков на Стю. Я очень рад, ведь для своего сына мне ничего не жалко, особенно поделиться YouTube-каналом. Поэтому я ему и поддался. Ой, да ладно, Стёпа вынес тебя на скелет, ты же нуб. Короче говоря, Стёпа апнул Стю на 1000 кубасов. Ребятки, надеюсь, это видео вам понравилось. Давайте наберем много лайков, чтобы Стёпа появлялся на моем канале как можно чаще. Ну и, конечно же, чтобы помог мне в реале апнуть не только Стю на 1000 кубасов, но и всех персов на 1000 кубасов. Желаю вам всем выбить Легу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вводите код Аурума. Всех обнял. Пока, ребят.